Венцы царские. Первый фестиваль с таким названием состоялся в Волгограде. Приходы храмов тракторозаводского благочиния и епархии рассказали другим участникам о своей жизни. Небесными покровителями форума стали святые царственные страстотерпцы. Мы представляем визитную карточку нашего храма. Дети делали, участники воскресной школы делали поделку своими руками. В фойе Центра культуры «Ударник» развернулась ярмарка творческих работ. О приходской жизни рассказывают воскресные школы и творческие объединения храмов. Все, что могли поделиться своими приходами, работами своими, выступить, порадовать друг друга. Но и как задумано, эта цель – это объединение всех. Фестиваль семейный, поэтому на встрече много говорилось о семье последнего российского императора, как о примере нравственного и духовного воспитания. В перспективе планируется сделать этот фестиваль традиционным, расширять его границы и вообще сделать его открытым, безграничным, чтобы в нем могли принимать участие и семьи, и будущие семьи. Стоит отметить, что даже в рамках одного благочиния благодаря приходам реализуется множество направлений – культурной, творческой и социальной деятельности. Мы с сестрой милосердия ходим по больнице, навещаем больных, разносим святую водичку, принимаем требы. Фестиваль встречи был посвящен святым царственным страстотерпцам. 2018 год – год памяти их мученического подвига, который произошел ровно 100 лет назад.